Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли от блондинки», и сегодня я хочу поговорить о декоративных травках в моем саду. Я вот пытаюсь вот этот свой кустик удавшийся, он такой красивый у меня вырос, но при каком бы освещении я его не снимала, он никак на видео свою красоту не показывает. Я никак не могу поймать эту невероятную сияющую красоту, прозрачную, волшебную. Тут вот два вида травок. Вот, и я купила в этом году очень много декоративных травок. Это, кстати, не все травки, которые у меня есть. Вот такая у меня луковичная травка. Если я не ошибаюсь, это райграсс, бульба, вот какой-то такой, какой-то вот такой он. Я обожаю осоки. Не уверена, конечно, что это осока. Вот это вот осока, это точно такая яркая, такая красивая. И весной, и зимой, в любое время года. А это у меня зацветает газания. Надо же, такое позднее цветение. Мне очень нравятся осоки, в том числе вот эта пальмолистная. И вот это, конечно же, очень нравится. Розочки так чудесно цветут у меня. Это юбилей принца Монако. Мне очень нравится бриза. Вот это вот, она так красиво цветет, интересно. И вот это чудо расчудесное. Как называется, забыла. Ну и чтобы больше не произошло таких вот оплошностей, чтобы я ничего не перепутала, ничего не забыла, я буду снимать и показывать, что же я посадила. Вот это два мискантуса. Почему-то я решила, что два куста это лучше, чем один. Вот тот, который повыше, Африка, я посадила вот немножко дальше. А вот это вот Purple Fall немножко ближе. Все это хочу еще и на компьютере показать. Вот это малиня тростниковая кордоба. Вот где она растет, напротив магнолии, напротив вот этого вот пузыреплодника, вот этих астрочек, которые я сажала. Вот малиня кордоба. И вот такую я еще посадила композицию из травок, незатейливую. Так, вот это у меня Хакани Хлоя. Спрайт Ит Рич. Вот так, желтенькая Хакани Хлоя. Но она уже такая засохшая и очень страшненькая. Перестощетинник лесохвосты Литл Банни. Я уже пересадила. Зачем-то я его там вот за розами посадила. Это все солнцелюбивые растения. Насчет Хакани Хлои я не уверена. И вот все хотела посмотреть, но все равно уже посадила на солнце. Но перистощетинник точно солнцелюбивый. И вот такая варигатная ярко-желтая травка, но почему-то она не желтая. Лесохвост луговой вариегатус. Почему я выбрала эти растения? Для меня, для самой загадка. Там перистощетинников столько красавчиков. Ну а вот там за виноградом я вообще посадила Маленбергию. Хоть бы мне не забыть об этом. Потому что это сказочно прекрасное растение. И сейчас я вам все это покажу на компьютере. Вот это Мюлленбергия волосовидная. Это то растение, которое я посадила куда-то в дебри. Там за виноградом, между розами. Оно немножечко такое крупноватое. Это фантастика какая-то просто. Смотрите, Мюлленбергия. Представляете, какое оно огромное? Вот. И там написано не только солнце, написано полутень. Может быть, она вот в полутени будет вот такая рыхлая? Ну, посмотрим. Вы представляете, какое чудо? Может это счастье случиться или не может? Посмотрим. В крайнем случае, ее можно будет рассадить, лишь бы она совсем не пропала. Но это чудо, просто чудо.
Ну что, мюсканthусы, вот это purple fall, он, по-моему, не выше, чем 1,20 м вырастает. Он не очень-то большой. Пурпурный водопад. А вот это Африка. Немножко другие оттенки, и он повыше, сантиметров на 20-30. Вот это малиния тростниковая, кордола, тоже какой-то шедевр, представляете? Там неподалеку вот эти мискантусы красные, на фоне этих мискантусов неподалеку будет вот такое вот оранжевое чудо. И дорожка между ними. По-моему, это что-то вообще ошеломительно прекрасное. Вот это перистощетинник лесохвостый Little Bunny. Мне, конечно, не совсем понятно, почему я именно такой выбрала. Может быть, потому что я посадила его на фоне красных роз, и мне показалось, что он будет бесподобно смотреться. Может быть и так. Может быть, я просто увидела вот эту картинку. Ну, Хаккани Хлоя, конечно же, вообще сногсшибательная. Тоже на фоне красной розочки. Strip It Rich. Представляете, какая красоточка Хаккани Хлоя. Да, но только вот растет она тень-полутень. А я ее куда пристроила? Вот видите, как я ошиблась. Придется срочно пересадить. А вот почему я купила лесохвост луговой Аэро Варигатус, для меня вообще загадка. Я не понимаю, что я в этом нашла. Такие перистощетинники, красавчики. Ну вот, перистощетинник даже бывает розовый. Карлил Роуз. Этот я не купила. А лесохвост зачем-то купила. И их так много, этих перистощетинников. Ну вот, смотрите. Перистощетинник, лесохвост и компрессум. Вот почему я такой не купила? Он, кстати, дешевле. Очень странно. Так мне нравится. Сейчас я прочитаю, он на солнце или в тени. Ну вот, пожалуйста, вот этот лесохвост, солнце, полутень. Перистощетинник, солнце, полутень. А Хаккани Хлоя, тень, полутень. То есть я еще и не туда посадила. Ну что, Хаккани Хлоя, я поищу другое место. И я очень надеюсь, что когда-то вот эти мои посадки превратятся в такой же прекрасный, сияющий декоративный кустик, в такой вот чудесный совершенно. Ну что, буду искать место для Хаккани Хлои, а всем желаю удачи и здоровья.